снимок – это же не просто фотография, это взгляд художника, взгляд фотографа, взгляд человека. За каждым снимком стоит личность. Снимок – это тот язык, при помощи которого любой из нас общается с другими. Когда один человек показывает свое видение, свой ракурс, свой взгляд на этот город, он может быть разным, он не обязательно радужный, он может быть совершенно разным. И именно этим он призывает к со-творчеству и общению. Есть предмет общения, фотография. Есть автор, который рядом с этим своим произведением стоит и готов пообсуждать. И есть те, кого он ждет с нетерпением, зрители. Об Оренбурге знают много. Оренбург славен совершенно разными своими достижениями, какими-то традиционными форматами. У каждого из нас, сколько бы мы ни жили в этом городе, кто-то родился, кто-то какое-то время жил и посвятил этому городу свои силы, свои фантазии, свои устремления. У каждого есть свой вклад в историю этого города. Подобные инициативы, которые привлекают к сотворчеству горожан, людей неравнодушных, интересующихся фотоискусством, интересующихся темой города Оренбурга, я считаю, что такие проекты можно только приветствовать, что управление по культуре со своей стороны и активно делает. Именно такие форматы и позволяют нам позиционировать себя в интернет-пространстве, может быть, в пространстве нашей российской общей культурной жизни, и позволяют нам чувствовать себя включенными в эту общую российскую историю.